Уважаемые зрители, здравствуйте. Сегодняшний гость заседания КАФБюро Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, колумнист «Альмонитор», также создатель и ведущий телеграм-канала Кирилл Семенов. Единственная страна из блока НАТО, которая не ввела против России санкции. Если мы говорим, является ли Турция врагом, нет, конечно, да, если прямо можно сказать, не является, но она не является и союзником России. И пока что ни о какой создании Туранской армии речи не идет, и просто-напросто какая у этой армии цель, для чего она создается. Это, не, скорее всего, именно вопрос признания геноцида, это никак на это не повлияет. Это будет такое, конечно, временное какое-то, скорее всего, охлаждение. Ну, потому что просто-напросто он не имеет никакой, да, юридической силы, юридических последствий.